Экстремалы со всего мира собрались во Франции, чтобы выяснить, кто лучше всех может прыгнуть в воду с ответственной скалы. Соревнование прошло на фоне легендарной крепости Ла-Рошель. Ла-Рошель, известная по книге «Три мушкетера», снова оказалась в осаде. Правда, если 400 лет назад ее окружили 5 тысяч французских солдат, то на этот раз здесь собрались 70 тысяч зрителей. К сожалению, местных ни один француз так и не попал на пьедестал. В состязании экстремалов победил британец Гэри Хант. Жюри признало, что его прыжок – один из самых сложных по технике исполнения в мировой истории. Второе и третье места заняли участники из США и Чехии.